В Уральске прошла ярмарка вакансий без ограничений по возрасту. Организаторами мероприятия выступил Центр трудовой мобильности. На ярмарке свои вакансии представили крупные предприятия, силовые структуры и управление и отдел по чрезвычайным ситуациям Уральска и Бурлинского района. Ярмарка вакансий, которая прошла в здании ЗКУ имени Махамбета Утемисова, создала платформу для встречи более 60 работодателей и соискателей. В ходе мероприятия представлено около 800 вакансий. Также прошла выставка продукции предпринимателей, которые получили 24 государственных гранта на безвозмездной основе в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Здесь представлена выставка грантополучателей, которая представляется на безвозмездной основе. В текущем году данные гранты представляются в размере 400 МРП и представляется социально уязвимым слоям населения. Также в текущем году предусмотрена новая программа. Это микрокредитование для молодежи до 35 лет. Максимальная сумма составляет 5 миллионов тенге. Ярмарка вакансий в Уральске привлекла множество жителей из Уральска и Аксая. На мероприятии соискатели не только получили консультации, но и воспользовались возможностью напрямую встретиться с потенциальными работодателями. Участие в ярмарке приняли не только опытные специалисты, но и студенты, стремящиеся найти перспективные рабочие места. Я студент 4-го курса. Пришел на ярмарку вакансий с целью найти работу по специальности после получения диплома. Учусь я на айтишника. Надеюсь здесь найти перспективную работу. Стоит отметить, ярмарки вакансий проходят на регулярной основе. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймурад Джагаппар, телеканал ТДК-42.